Нападающий Барри Польтес Андрей Свечников стал главной звездой второго матча плей-офф OHL против Миссисоги Стилхидес. 18-летний форвард из России набрал 5-2-3 очков и принес Польтес победу 8-2. Главный шедевр Андрей сотворил в середине третьего периода. При игре в меньшинстве Свечников перехватил шайбу в средней зоне, сыграл в стенку с партнером и бросил. Голкипер щитком закрыл угол, шайба взмыла вверх, и Андрей в стиле Сидни Кросби добил ее с лету. Тот самый гол на 0 часов 24 минуты Свечников наравне с шведским защитником Расмусом Далином и чешским форвардом Филиппом Задиной считается фаворитом драфта 2018. Драфт 2018 пройдет в Далласе от 22 до 23 июня. Старший брат Андрея Евгений Свечников провел 13 матчей за Detroit Red Wings в сезоне 2017-18 и набрал 4-2-2 очка. Больше спортивных видео на нашем канале в YouTube.